Ну что, ребят, всем привет. Сегодня мы продолжаем проходить Bloodstained. В прошлый раз дошли до финального босса, но я посмотрел, это еще, кстати, не последний босс. Их еще впереди. Вот этот и еще два. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня мы продолжаем проходить Bloodstained. Так, ну-ка. Раз-два. Понятно. Кажется, разобрался, в чем косяк. Мария, привет. Что у меня с экраном? Ну, смотрите, вроде все. Кажется, настроилась. Звук есть, как слышно. Я себя размножил. Тёма, здоров. Мария, привет. Всё, кажется, эффект размножения закончился. Будем, значит, что сегодня? Долбить этого босса, который я в прошлый раз не получилось у меня пройти. Он, конечно, полная жопа. Тётька там злая. Злая ведьма. Бастильда, блядь. Пиздюлей развешивает грамотно. Ладно, чё, давайте пробовать. Время-то не ждет. Так, вспомнить. Здесь я что-то брал, нет? Рихалк. Ну, это понятно. Посмотрел, кстати, вполне эта тетка проходится обычно по дефолту. Просто надо крутить всякими штуками, махать всякой херней. Так, сейчас еще секундочку. Мне что-то не совсем хорошо чат показывает. Бла-бла-бла, это пропускаем. Just a minute, как говорится. Можно пока послушать кочевую музяку.
Рубашку, ну нет, я надел как бы попало, на самом деле ничего не подбирал. А подушки, ну это так рандомно получилось. Ну я вообще, да, я хотел замаскироваться под подушки. Тёма, я её сюда, я её сюда не пройду. Она довольно-таки длинная, я посмотрел, я в игре, блядь, 14 или 15 часов уже. Когда-то она должна закончиться, я думаю, вот сегодня, ну, блядь, было бы отлично, если бы я её добил. Ладно. Поехали мочить эту куру. Падла, ёбана. Текаем. Миньон там, я смотрю, её поёбывает чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Блядь, ну чё она такая жёсткая-то, твою мать. А, хилиться-то почти тоже нечем. Я не могу с собой до хрена хилок унести. Там тоже проблема какая-то. Так, уёбываем. У тебя Артур заболел? Да, он должен был заболеть. Это по сюжетке. Вылечить, короче говоря, его не получится. Блять, опять не ебашило меня. Ёбаная падла сносит хорошенько, конечно. Просто вот она мне... Три удара и все. Два удара, я холодный. Блять, полумесяц ебучий. Тихо, ножницы. Оп. У лесбиянок есть такой прием, ножницы. Так, давай. А я тебе не скажу, Тёма. Я не буду спойлерить. Умрет он или нет, это уже ты сам увидишь. Так. Ну и все, и Барсик, и хилится нечем. Сучка. Тихо, ножницы. Оттекаем. Блять. Ну вот. Вот как с ней бороться? Мертвец. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чувствую, мы с этой падлой тут надолго. Сегодня у нас какой день недели? Это пятница, да? Luck, possess... Всякую дичь кастует, от которой, блядь... Надо очень охуительно научиться уворачиваться. Сучка, все равно достала. Блять. Два попало. Или три. Бежим. Она сказала слово пенис. П
Финис? О, щит. Опять говорит слово пинус. Блять, вот. Тум-тум-тум-тум. Тихо. Каждая подача, блядь, не может отрыгнуться. Причем охуительно тихо. Так, вторая фаза пошла. Финмотком, привет. Рад видеть. Опять пенис говорит. Значит, если пинет, значит надо текать. Блять, да ебаный ты в рот. Ну, последние хилки. Да. Тупую, короче, ее задолбать что-то как-то пока не получается. Ваная сучка. Так, ну вроде я хотя бы отмечаю этого удрал. Лапс какой-нибудь игрой, ты имеешь в виду кооператив? Например, что за игра? Блять, Т3 попала, сука ебаная. Нет. Считай, слил попытку. Блять, ну ебаный ты в рот. Ты такая душная курва. Пиздец. Ножницы, да? Пинес говорит. Валить надо. Блять, стоп. Ножницы. Вроде съебал. Блять, ну. Вторая фаза. Ну от этого получения уйти. Сука. Игра, ты имеешь в виду Шанг, которая выходила на Карабоксе 360. Блять.
Пиздец, вот одно касание, на нее сотка уходит из 900. Одно касание, блять, месяца, это сотка улетела. А красного месяца, по-моему, все 150 улетает. Сучара. Ну и вот здесь 160 сейчас улетит. Раз, подача. Сучара. Еще минус сотка. Зайди. Все, пиздец. 2008 года. Про мистику что, трупа? Она на двоих, что ли? Я посмотрю потом. Просто Шанг, да, называется? Ну, там чувак такой... Ну, рисованная графика, если я не ошибаюсь. По-моему, их две части еще было. Я посмотрю геймплей потом, если что, спишемся. Как вариант. Смотрю. Мне бы вот эту хуету еще пройти. Меня уже она подзаебала, эта игра. Идут, говорит. Так, сейчас фиолетовые, да, хуй не пойдут. Угу. Ну какой молодец, блять, все три отбил. Я все равно на одну попался. Курва ебаная. Идешь ты нахуй. Тихо, говорит, пинес. Блять, она задела. Блядство, ну это же пиздец. Да сука. Ёбнутый босс. Со своими ёбнутыми штучками. В Cuphead? Нет, я не поборол дьявола в Cuphead. Там же надо на среднячке, короче, пройти всех боссов. Тогда ты за них получаешь контракт. Я остановился на драконе и все, мне нихуя не пройти. Я его два стрима долбил часа по три нахуй. И все, у меня терпения нет. Как бы на свете есть дохуя других игр, на которые стоит уделить внимание. Так, блять, она... Ай, да ёб твою мать, пиздец. Просто урон нахрен. На ровном месте. Охуеть. Пошла в пизду. А-та-та-та-та. Вторая фаза. Ну вот я не знаю, как тут спрятаться. Рано урон. Эльпинус говорит. Шубись, ёпта. Кстати, хилиться нечем. Все, улетел к хуям собачьим. И жукам майским. Надо учить атаки, что я могу сказать.
валяться. Это пиздос. Вторые, да? Как долго она их будет выпускать? Блядь. Так, пину говорит. Валим. Сука. Да ебаный ты в рот. Пора, пора. Чувак прям зачищает, я смотрю за эту хуйню рыбацкую. Тихо. Пилимся. Ножницы. Блять, на нее прям налетел. Тихо, блять, не туда. Валим, валим, валим. Блять, ну. Ну вот я после второго раза и тут и лягу. Ну и все. И пиздец. Пошла ты нахуй, обезьяна. И прям чувствуется, вот, что можно ее завалить. Просто, блять, вот на такое говно не надо напарываться. И вроде как получится. Тихо, финес. Блять, прям под месяца эти лечу ебучий. Кстати, как вариант, я же их разбивать тоже могу. Не знал. Ножницы. Но я уже хотя бы не так дохуя на здоровье трачу на первой фазе. Блять. Dark Knight, привет. Спасибо. Надеюсь, стрим будет удачный. Вашими молитвами, как говорится. Эх. Хуй знает, может с попытки 50-й я ее пройду. Блять, задело все равно. Вот пока она эту тут дорогу кровавую кастует, она стоит на месте и в принципе ее можно наебашить. Сука, задело все равно. Второй, да? Угу, блять.
Ай, валим отсюда, валим, 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 валим. Так, вот я красный, могу разбивать или нет? Вопрос. Пинес, валим, 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 блять. Да ёбаный ты в рот, нахуй. Метро бабах. А, такая себе молитва. Довольно-таки черный юмор. Ну да. Сериал «Тьма» я пока не смотрел. Я, кстати, вообще в последнее время мало что смотрю. На это времени практически нет. Чаще всего занимаюсь просмотром в поддержку видеороликов. Давай, блядь, быстрее. Последнее, что из сериала смотрел, это пацаны. Валим. Блять, все равно задело. Вчера. Пинес, валим. Так, красные хуйнюшки свои. Так, попробуем эфира долбануть. Вот так. Раз, два. Все равно дохуя здоровья слил. Все равно, блядь, не вариант, да сука. Баргеймер, привет. Да ёбаный ты свет, нахуй. Чё она такая душная-то, блядь, а? Тихо. Большой эфир. Всё, да, больше нихуя нет. Да. Курюшки вашей дунюшки, как говорится. Валим. Блять, ты заебала тут летать нас. Да ебаный ты в рот. Есть чем хилиться. Да, это осталось еще. Охуеть. Блять. Да сука ты ебучая, ну и пиздец. И все равно. Тут до финала еще, короче, чувак. Пиздец. Это финальный босс, но тут еще после него две штуки.
Я этого гондона не могу пройти, блядь. Не знаю уже, хуй знает сколько. На прошлом стриме пробовал, нихуя. Сейчас уже он. Да ёбану, блядь, все в меня влетели, пиздос. Пиздец, ну куда тут прыгать-то нахуй, ёбаный ты в рот. Ни окошка, ни хуя нету. Кто, блядь, этого босса делал, надо в башку гвоздь заколотить, ну. Паркор ебучий. Да, блядь. Ты въебываешься месяц, он тебя откидывает, чтобы, блядь, попасть на другую хуйню. Замечательно. Нахуй ты пошла. Виктор Плей, привет. Вольфуд, привет. Да, блядь. Спасибо, лаки. Может, они помогут эту залупу пройти. Блять. Это фиаско. Да куда тут прятаться? Сука ебучая. Она на тебя летит, нахуй, да? Вот этой хуйни вообще нету. Нету варианта увернуться. Жить не осталось, блядь. Ровно два удара. Или один. Да, два. Все. Издалеки. Хуй знает, как эту обезьяну мочить. Она какая-то ебанут. Давайте, блядь, быстрее уже. Эти месяца еще охуительно сливаются с фоном. Да ебаный ты в рот. Валим. Она пинет, говорит. Что-то про члены, короче. Члены, члены, члены. Блять. The moon is full.
Вторая фаза. Валим. Блять, где прятался? Гнида. Блять, она ж тебя задевает еще. Ебанить, говорит. Есть чем похилиться-то. Да, смотри-ка. Ну как она сносит этого немного. Угу. Бежим, бежим, бежим куда-нибудь нахуй. Да ёбаный ты свет. Инес, валим. Блять, прям под месяц. Красные хуёвины. Пиздец. Один удар. Сейчас вообще странно, я как-то урона не получил. А вот для сейчас я даже не понял, как я урон получил. Я просто на ровном месте сделал вдох. Она, наверное, забыла урон получить там. И уебала себе чуть-чуть подальше. Ну, почему бы нет, это мы делаем. Параша, блять. Жалкий человек. Он вообще сказал то, что будет мне помогать. Охуительно. Что-то я не вижу его помощи. Валим. Инес говорит. А, нормально. Ёб твою мать, красотища какая. Действительно красотища. Сергей Сидоренко подписался на ваш YouTube канал. Сергей, спасибо за подписку. Так, красные хуйнюшки. Валим. В принципе-то... Если прям по всему экрану бежать, то на красную вот эту хуйню есть вариант увернуться, блять. А вот на месяца хуй. Тихо, валим, валим, валим. Вот так. Ну-ка, эфира. Эфира долбанем. Блять, красная хуйня опять. Валим. Блять, ну этого месяца не заметил. Ножницы. Вторая фаза. Ну, еще немножко эфира есть. Тихо.
два, три. И еще раз, два, три. Ах ты, сука. Ёбаная сука. Валим, 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 валим. Так, есть где окно-то? Сучка, исчезла. Так, ебанись, говорит. Ну, тут не вернуться. Тихо. Два, три, четыре, пять, шесть. Блять. Да ебаный ты в рот. Есть! Заебенил! Угу! Параша, пошла нахуй, блядь! Сука! Бедная манда. Сдвиг измерения. Перенеситесь на небольшое расстояние в выбранном направлении. Так. Осколки. Создаете нового двойника. Сдвиг измерения. Dimension shift. И все, что? Не густо. Так, может там какие-нибудь секретики есть, но надо обязательно сохраниться. После таких прихватов надо еще будет сейчас в любом случае за хилами. Там мне быстренько почикают. Пошел нахуй, блять. Будет вообще обидно от этого, блять, моба сраного умереть. Ну, получилось таки эту курву захуячить. Пошли за хилами, потом вниз. Тихо, Гладик, иди в пизду. Надо крутить, угу. Не могу сориентироваться, где. Крути, блядь, замок свой. Я, походу, не туда иду. Ёб твою мать, красотища какая! 2020 подписался на ваш YouTube канал. 2020, спасибо за подписку. Ёб твою мать, красотища какая! Мэтти Ватианал Аудиобалокс подписался на ваш YouTube канал. Это такое програгах какой-то. А, новый меч какой-то, да, по-любому же. Тю. Внимающий воле своего хозяина. В чем прикол? У меня какая-то не меч. Мозги горят. Так, пятихаточка, это хорошо. Блять. Да ёб твою, пиздец. Я подох. И бежали заново.
душнилы. Душнилы самые натуральные. Они же там стопудово босс идет. Я там знаю. Ну крути, блядь. Блядство. Че ты здоровье потеряла? Чтобы, блядь, да крути ты быстрее эту хуйню. Ёбнутая. Так, мне наверх. Вот это вот вообще, кстати, не очень хорошо. Валим, валим, валим. Прям, блядь, со всей силы валим. Все потом будем исследовать, короче. Короче говоря. Блядь, если сейчас он меня дернет, придется заново. Не, нормально. Я успел съебаться. Никто не хочет мне какой-нибудь осколочек регенерации, блядь, подкинуть еще. Ну-ка. Нихуя я за ней вообще. Бизнес. Only business. А бизнес, говорит. Это во мне это. Это бизнес, малфа. Малфа. Are you eating properly? So, хорошо питаюсь. Я-то плохо питаюсь, у тебя что можно купить, мудила? Пиздец. I've learned the truth about your slumber, Miriam. Why did Alf... To create a catalyst capable of... He only had time... But what... Because... To put... Oh. If all the crystal... I'm not sure if that's... With half the catalyst, blood would be spilled. But... Granted... Even half the shot... Yes. But... Пошли в пизду, короче. Подожди, или осколок, можно? Переворот. Это типа он, блядь, сильнее крутить будешь. Поток воды. Двиг измерения. А, на большем расстоянии выбранного времени. Но я не знаю, пока это возможно не пригодится просто. Да, спутника можно поднять. Он уже вроде ничего такой, чувак. Ранг 2, класс 4. Ну, вы нет. Так, вот эти сучки я могу купить. Кто-то из продуктов. Продуктов питания, чтобы замутить с этим чуваком что-то. И лыжи нужны. Купить. Давай посмотрим, короче, по рецептам, что у этого клоуна есть. По-любому уже что-то должно быть. Бам-бам-бам, приготовить. Так, вот допустим, рис. Блин, рис совершенно на случай легкого голода. Ой-ёж.
Почему у меня так мало вообще в целом продуктов за всю игру собрано? Чеснок стоит на кости, черный перец. Попробуем что-нибудь прикупить. Чего нет-то? И все? Все продукты? Ты серьезно? Нахуй туда здесь стоишь вообще? Пиздец. Нахуй. Ёб твою мать, красотища какая. Ньюски подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Па-бам. Охраняемся. Но ёбать однозначно надо в эту пещеру. Больше ходов тут и нету просто. Все уже пройдено. Исследовано. Посмотрел-ка, разве нахрена эти ключи? Ключи, по идее, только для... Ну там побочные задания мочить. Побочных боссов. В принципе и все. Так что там такое себе удовольствие. Не, ну по фану, конечно, можно и побить, и поебашить. Но мне что-то за 15 часов игры нет такого желания. Так. Перка-то вот она, да? Ну давай сходим. Так, Варес, привет. Как дела? Блять. Только выходишь, тебя уже ебашит. Шикарно. Шикардосненько. Так, у нас вот здесь что? Пятихатка. Нет. Не густо. Спасибо за лайк. Но тут же нихуя нету, да? Правильно? Блять. Ёб твою мать, красотища какая. Не забуду, 135 подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Так, надо глянуть еще вот здесь, вот что внизу. Нет, это не здесь. Надо ниже. Вообще не пройти. Загадка, блять, века. Как туда добраться? Пельмешек решил заточить. Пельмешки это заебись. В натуре классно. Ну, давай. Второй. Раз, два, три. Угу. Александрит. Ну давай еще тут возьмем пятихаточку. Или Кашемир. А кстати, тут до этого Орехалк был. Где мы, блять, Орехалк? Еще охуели. Заебись, кинули меня на камушек. Не по-пацански это. Охраняемся. Пилы же-то я вроде никакие не просрал. А пельмешки, да, ты говоришь, пельмешки-то заебись. То, конечно, с чем ест. И смотря какие еще. А, ёб твою мать, я вспомнил, куда мне надо идти. Точнее, понял. Вот там вот, где я только что уперся в стенку. Неоткрытую. Вот мне туда пиздовать. Я ж теперь портироваться могу. Угу. Наверх.
глазик, идите нах. Кто такие? Я вас не звал. Идите нах, значит. Блять. Ну. Крути. Крути замок. Конец. Было на самом деле самую спокойную комнату пиздовать. Давай крути замок. Вот теперь портуемся. Dimension shift. Так получается нам сюда. Тут нихуяшечки. Серега Плей, привет. Спасибо, что зашел. Так, секреточка. Емкость. Блять, они жили, никто не хочет дать перед боссом, допустим. Здесь босс. Сохранение, отлично. Ух. Игра называется Bloodstained Ritual of Night. Это, короче, чувак, который делал Castlevania Symphony of the Night для первой плойки. Собрал на кикстартере что-то там в 10 раз больше бабла и запилил, короче говоря, ну, как сказать, не совсем клон, как бы, но продолжение прям Castlevania, что-то в этом роде. Тут боссы очень похожи, локации очень похожи, даже музло похоже. Просто как бы, ну чуть ли не вторая часть, только вот Castlevania это конкретно про Бельмонтов, а тут тёлка осколки собирает с разных этих мобов. Ну и собственно деформируется всячески. Вот и всё. Даже Грэма и меня подвела. Альфред боялся того, что ты можешь натворить с осколками. Но не я. Взгляни на себя, тебе это было нужно. Кристалл, ты предлагал нас. Он не выставлял... О, не выставляй меня неблагодарным. Спасибо вам с Йоханссоном, что передали мне знания алхимиков и научили управлять осколками. Осколками, которые вы, кстати, отдали мне по собственной воле. Ваша жертва стала моей силой. Почему ты это все делаешь? Потому что демоны появились ночью, а Бог снова молчит. Бла-бла-бла, иди в пизду, короче. Короче, мочимся с тёлкой, которая охуевшая. Smart girl. Do you realize? Понимаешь, что стало? Это дело в его крови. Он застыл, как я. Наша кровь подавляет распространение кристалла, и это спасло ему жизнь. А теперь я превзошла его. Я управляю кристаллом с помощью йоханнесского языка. Я могу призвать сколь угодно сильного демона, даже если не получится удержать его навсегда. Это, я думаю, речь идет о Баале. Но процесс, видимо, не быстрый, ведь призыв, как я вижу, не завершен. Короче, такая себе злодейка. Но это, по-моему, самая сложная манда в игре. Хотя будем причмокивать, короче. Тихо. Шарики. Понятно. Блять, нихуя. Какая, блять, дикая сучка. Слишком дохуя я всего не так делаю. Все, улетел. Первая попытка проебана.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А, блядь. Пока атаки не совсем местны, как она это все делает. Но вот она волосами заебись цепляет, далеко бьет. Бла-бла-бла. Угу. Пропускаем. Пропускаем. Тихо. Аккуратненько. Enjoy, говорит. Ну, флаз, дай со шариками. О-о-о. Бегает постоянно вот. Не поймать ее. Только постоянное движение. Тихо. Нихуя. Заебись. Подольше пожил в этот раз. На минутку. Вот это еще, вот это вот обезьяна, и потом будет бал. Там тоже будет весело. Блять, иди. Ах, доставочка. Давай быстрее. Блять, достала, да смотри какая. Блять, нихуя я попал. Нихуя. Так. Я надолбанула. Ебошит дикая. Но я смотрю, что она затихает перед ударом хлыста. Ну и все, пиздарики. Что клинок, тот его носит, получает имя Зангетсу или Рассекатель Луны. Что за куклы такие? О, ну вы, блядь, даете. Первое, кроме Зангетсу, по-моему, нихуя другого меча нормального не дает. Ну, как бы, я не вижу. It will...
faster I am. Disarray. Vaiska. Старики, валим, валим, валим. Долбануло таки. Главное не жадничать. Раз ударил и ебашить от нее подальше. Тихо. Блять. Давайте, наверное, перекур. 3 минутки. We'll be right back.
ребят. Привет, GameOver. Ну, Юль. Юль, привет. Борман, привет. Спасибо за лайки. Мы тут ебашим последнего босса, предпоследнего босса. Дикую соску. Она наваливает тут, я смотрю. Давай ты, блядь, быстрее уже. Короче, с ней надо аккуратно, и она вроде как проходит. По чуть-чуть ее получается пиздить. Тихо, блядь, в огонь. Enjoy, говорит. Где она? Угу, вижу. Да не попасть в нее, ты смотри. Качет, блядь. Но пока я не вижу атак, от которых я не могу повернуться, вроде от всего можно уворачиваться. Единственное то, что я ловить долго. Заебал. Пока не могу. Походу в угол я не вариант зажимать, да? Блять, я в нее врезался, твою мать. Огонь. Аккуратненько. О-о-о-о-о, нихуя ты. Я на лучиком ебанула. Да, блять. Новые атаки, я смотрю, у нее появились. Шарики в меня полетят. Это просто, чтобы я по экрану не прыгал. Понятно. Нихуя. Вот, Ген говорит. Прям магией, блять, мочится всей силы. Да ёб твою мать. Так, надо потеряться тут, блять. На угол зажала и все. Но если она начинает сильнее мочить, больше магии, значит я все-таки пизды-то ей раздаю. Надо просто поаккуратнее. Шустрая падла, конечно. Но вроде проходимая. Да-да-да. Давай. Угу. Блять, главное вот вовремя вместе с ней не прыгнуть одновременно.
тут она по атакам немного на Зангеста похожа. Хилимся. Блять. Да ёб твою мать. Как она достает меня с этой атакой, я вообще не понимаю. Блять, шарики ебучие. Началась. Когда-то задевает, когда-то, блядь, нет. Вот это атака вообще ебанутая. Угу. Ласген, блядь. Нет, проебал. Тут просто не вернулся. Dark Knight Game, привет. Чё-то мы магией, кстати, не пользуемся. Попробуй осколок поменять. Так, сдвиг измерения нет, но мы прокачали. Как оно называется? Ну как, кража крови на нее работает. Да, смотри-ка, работает. Подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Сучка все равно задела. Блять, ну ебаный ты в рот. Сейчас она мне заебашит по другому, да? Давление-то на меня распространяется или нет? Ха-ха-ха!
блядь. Я по-любому этот забег проебал. Ну давай. Правильно, так и я. Вот как она достает, а? Я нахожусь к ней спиной. Но я вроде хотя бы пока урона не получаю. Да, она рядом. Блядь. Игровой канал, привет. Спасибо за поддержку. Давай быстрее. Причем она как-то иногда, блядь, удары по два раза наносит. Иногда я два раза жму, но она наносит только один удар. Сучка, это заебало. Сейчас на огонь въебусь, ну конечно. Сейчас два удара было. Как это работает, хуй знает. Блядь, иди ты в жопу со своими шариками. Пиздец. Хуяк. Сука, задело. Ha!
попал опять. Последний удар остался мне. Вот такой. Евгений Гурцов, привет. Спасибо за лайк. Спасибо, ребят, за поддержку. Потому что когда проебываешь, да хуя. Поддержка важна. Ай, блядь. Что-то боссы час от часа не легче. Почему ты да хуя? Нужно было заебашить Зангиесу второй раз. Ведьму замочить. Вторую эту обезьяну захерачить. Потом их из балом бить. Они же, блядь, не хуй-то простые-то все боссы. Блядь, она прыгает вместе с тобой иногда. Три шарика, блядь, пять раз меня атаковали. Заебись вообще. Я хуею. And now my wishes will be for... Это пиздец. Давай быстрее. Блять, только дернулся, тут же урон. Блять. Ёбнутая девица. Вот почему она прыгает вместе с ней? Три шарика. Стоим. Ёб твою мать, красотища какая. Марил Интенсен подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Бля, сейчас было же время, почему он не попал? Три шарика летит, да? Ага, я на сверху. Блять, достало все равно. Огонь. Блять. Почему нахуй? Почему она, блядь, прыгает вместе с тобой? Сука, тут некоторые вещи с боссами очень несправедливо действуют. Блять, заебала нахуй. Обезьяна. Иди сюда. Ползген, говорит. Ну-ка попробуем, осколок кража крови есть. Да. Она мне больше сносит, блядь, чем я у нее забираю. Блядь,
сколько при зелье осталось. Бля. К этому меня жизнь не готовила. Ай-яй-яй. Блять. Что же за дичь-то такая, а? Ну, давайте быстрее. Блять, ну как тут укрыться-то нахуй? И шарики в тебя летят. И огонь нахуй. Еще это за лупа, блять, прыгает везде. Ёбнутый босс. Уиска. Пизду пошли. Ты еще хуй догонишь. Вот тебе инжой, блядь. Ёбаный ты, брат. Ладно, хоть атаки более-менее понятны мне. Блядь. Но некоторые, сука, вообще непредсказуемые. Это типа того, нахуй. Падла ёбаная. Спасибо, чувак, кто защитил. Шарики, потом она, да, рядом. Угу. Валим от шариков. Это пиздец, дракон. Пригибаемся. Угу. Сучка. Слушай, когда от нее убегаешь, вроде... Блять, вроде как получается от нее валить. В смысле, атаки не такие жесткие. Три ошиба. Блять. Заебись.
ебаный в рот. Че она такая свирепая-то? Оу, улетел к хуям собачьим. Ебал это видео. Ну давайте быстрее. Бла-бла-бла, куча сцен. Таким макаром. Шарика меня уебали. Сука. Блять, она тащила же меня к углу, нахуй я полетел. Сучка. Шарики мне еще вообще даже нихуя такая. Давай. За мной. Какая-то падла, огонь кастует, ее хоть можно попиздить. Ты, чувак, не успел там. Постоянно защищал меня. Уебало плечом. Просто не дает времени съебать. Ну где с лучом ебашит и все. И полный пиздец. Давай же. Блять.
Я его огнетом не заметил, нихуя. Чувак не защищает. Блять, да ебаный ты, брат. Нарвался на один шарик, пизда всему нахуй. Охуеть. Ёбнутый босс. Лариска верит. Давай, тупи. Шарики. Угу. Эх. Когда-то задевает, когда-то нихуя. А когда-то нихуя. Тихо, огонь. Понятно, куда она меня тащит. Чё, уже тараканы? Блядь. Riga doin.
Жесть, конечно. Блять, на лазгена попался. Ну ёб твою мать. Ах ты, сучка, дай выйти. Ай-яй-яй. Хоть похилиться чуть-чуть есть чем. Блять, дамочка, вы не пойдете ли нахуй? Такими прихватами. Ёб твою мать. Ну, чуть-чуть лучше получается, но все равно хуйня это все. Ёбаный тебя по башке. Блять, тут можно было бы заставки эти ебучие убрать. Было бы замечательно. Да, беги за мной. Но когда за мной бежит, ее можно наебать. А вот так вот не получается. У нас со шарфом, блядь. Малину портит. Плечевой удар. Блять. Некоторые удары я хуй знаю, как тут работает. Как правило, через жопу. Тебя, чувак? И пизды дать успел, и шарики наебал. И это? Ну, нахуй пошло. Под один удар был. Почему так, блядь? Ёб твою мать, красотища какая! Мавави подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Давай. Блять, не поймать, а смотри-ка. Какая ёбнутая дамочка. Вот, вроде с одинаковой скоростью жмешь на кнопки, но...
Когда-то она бьет по два удара, когда-то она бьет только один, и то с опозданием. А сейчас даже аж три успел. Да. Неудачный я в огонь встал. Эй, шарики, блять, шарики, ебаный ты в рот. И куру, и шарики тут нахуй все собрали. Да ёпта. Чувак, заебись, защитил. Куда у него, блядь? Жизни эти ебучие закончатся. Пиздишь, пиздишь ее нахуй, она только, блядь, не умирает. Рафау. Да ёпта, его жопу долбануло. Всё, жизни уже нет? Заебись. Охуенно, девки пляшут. Вазген, блядь. Да ёпта, и Вазген. Чё она? Понятно, куда она меня прят в угол. Ну, как обычно, хилиться нечем. Нихуя нету. И она кастует, блядь, все, что можно. Да, охуенно. Это пиздец. Holy pieces. Я вот прям как для затравочки, она мочится, и она проходится, блядь, до второй фазы. Опять какие-то затыки, блядь. Она дикая становится. Тихо, огонь. Блядь, стой. Ура, ебучая. Блять, ну нахуй ты прыгаешь там вместе со мной. Я не знаю, как предугадать ее движение. Три шарика, да? Спасибо, чувак. Пикаем. Блять, он нахуй ты прыгаешь вместе со мной, ёбаная ты курва. Это странно, эти лучи тоже, блядь. Они когда-то наносят урон, когда-то нихуя. Как так это происходит? Три шарика. Вот опять наносит урон. До этого, блядь, я сколько раз из этих штучек не прятался от лучей. Они в меня не попадали. Как так? Я хуй знает.
блять, долбануло. А я к ней спиной стоял. У меня какая-то новая атака, что ли, появилась? Или просто игра хуёвничает, как ей вздумается уже. Ну, блядь, давай. Заебись. А дракона мне точно было не спрятаться. Это пиздос. Лазгена кастует. Угу. Сука. Ёбаное плечо. Как она, блядь, им задевает, я не врубаю. Ну и понятно. Ирина Сторона, привет, спасибо за лайк. Ёбаная обезьяна, блядь, это меня задолбало уже. Смотри, блядь, что делает. Пиздос. Будет весело, если знаешь, что она регенится начнет, еще что-нибудь. Это уже было кровавой этой мандой. И прям урона наебаться. Пошла нахуй отсюда. Странно, шарики меня не тронули. И чувак защищает прям. Ах ты долбанула, смотри. Блять. Алена Царева подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку, Ален. Тихо, Лавген, Лавген. Мучимся. Сучка. Ай-яй-яй, вот я не знаю, как этого луча ебаного открыться. Да, я дракона тоже. И дракоша тоже. Тара-та-тан. Маген. Вот опять. Как она ебашит? Как она ебашит?
Захуярил. Пошла нахуй. О. Мне не дадут повод сохраниться, да, допустим? Заебись. Сразу нахуй к балу. Я чё, блядь, на ней не должен ни одного хила не потратить. Уебанутый. Заебись. Жёсткий хуй. Пусть знает. Просто все, что может. Толку-то? Я не знаю, как его пиздить, этого бала, блядь. Он так урва там сидит, а не на башке. Ёб твою мать, красотища какая. Бедрам здорово. Потехи час подписался на ваш YouTube канал. Потехи час, спасибо за подписку. Бедрам, как дела? Отлично. Блять, эту падлу заново ебашить. Вы издеваетесь, что ли? А, пиздец. Dark Knight, это не финалыч. Тут вот это, одна баба безумная, я ее, блядь, с горем пополам заебашил. А тут еще, блядь, Баал тебя отправляет. Баал тебя отправляет. Без сохранения, без нихуя. Я балла вообще хуй знает как начать. Блять, весь там крутится, хуютится. Я не скоро ее смогу замочить второй раз. А балла как пиздить, я вообще что-то не подал, но не знаю. Заебись. Friendly Channel, привет. Спасибо. Спасибо за лайк. Спасибо за поддержку. Тут он. Игра негодует совсем. Надо одного босса замочить. Семейный уют, привет. Надо одного босса замочить, и потом, блядь, не потратить на него ни одного хила, и потом второго. Как второго мочить, я не знаю. Первого я прошел с горем пополам. И все. И кердык. Как быть, я не знаю. Это-то падла. Это сложная. А что сложнее? Сомнений нет. Как они предлагают быть? Заебись. Да,
Вася Брас, привет. Спасибо за лайк. Дальше будет сложнее. Так, а все уже. Вот это баба и Баал, и все. Куда еще дальше? Баба я прошел, Баала нет. У меня тупо хилопнет. Ничего не сожрать. Деле заканчивается прям на бабе. Я бабу-то с горем пополам удохался. Тут минут 40, наверное, может час, блядь, их мочил. Пиздос, я не знаю, что делать. Дичь какая-то. Ританул даже. Блин. То есть я на этой бабе должен всегда сливать ни одного, ну как бы я и должен проходить, убив ее, не использовал ни одного зелья лечебного. И тогда только повезет мне попробовать Баала замочить. Второго атаки я не знаю. Который тоже явно непростой босс. Я сейчас просто его там два раза успел его ударить и все. И как он мне урон нахерачил, я даже не понял. Видимо, на голову нельзя попадаться. Я только это обезьяна почти всю жизнь сносит. Да еще сложнее, я хуй знает, конечно. Хрена вот эти босс-файты, блядь, в конце. Сука. Я верю, что game over. Это жопа. Я думал, да, что мне просто хотя бы после этой обезьяны дадут сохраниться. Да нет. И тихонько книжка лапа. Ну давай. Блять. А куда еще сложнее? Сдох. И так бог не зиктовую мы прокипим. Ну как бы я ее можно? Если тебя предугадать, но иногда она лупит тебя просто с половины поля. Вот эти лучки, которые просто на час выпустила, они когда-то действуют, когда-то нет. Ты можешь налететь на шарики с половины здоровья, у тебя отнимут остальную часть. Иногда она локтем просто мочит тебя, когда ты стоишь от нее, ну, на большом расстоянии довольно. Как она достает вот это вот, что было? Блять, и пиздец. And so all the weak meet their end. Ну да, выдыхать. Просто чтобы не захлынуть геймпадом в экран, это пиздец. Жесть. Ну давайте, блядь. Блядь, руки потеют, пиздос. Охуи. Давай, 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 давай. Тетя, идите нахуй. Блядь. Надо прыгать вместе с тобой. Сука, блять.
Почему ты такое непредсказуемое говно? Значит, просто у меня не двигалась персонаж. Почему так? Я не знаю. Хотя игра вроде не багованная, как бы. То ли это, блядь, специально как-то сделано. Вот тут сидел, вкуривал. На сложности норма. Рвать тебе жопу. Надо с этой игрой было, наверное, тазик со льдом продавать. Блядь. Блять. Сколько еще будет стрим, Макс? Ну, часика полтора, наверное, я еще вот эту курву поебаю. Я потом... Я не вижу смысла просто дальше подыхать. Не знаю, может потом как-то в следующий раз попробую ее заебать. Сейчас я проебу, наверное, перекур. Сзади нахуй там поебать вообще, уворачиваешься или нет. Давайте, ребят, перекур. Надо жопу охладить.
должен мочить эту падлу. Правда, правда, не знаю, как быть. Надо просто, получается, без урона ее пройти. Как это сделать, я не знаю. Ну давай, быстрее. Катсцены эти скипывать. Давай, давай, давай. Весь урон у меня влетел. Ну конечно. Приземлился прям под ней. Причем я когда смотрел проходку, из-за чего откуда я узнал то, что тут еще балл будет. Это хера босса впереди. Там чувак просто взял и использовал осколок регенерации. Где он его нашел, хуй знает. И все, и больше ни хера нет. Они, блядь, все преимущества, как обычно. Вот вторая фаза. Заебись. Охуеть. Блять. Замочил. Второй раз. Снова бал. Здрасте, нахуй. Дальше он пошел крутиться. Заебись. Да, дамочки. Эти дамочки пиздюлей отвешивают, дай бог.
Точка одним словом. И все, и заново надо этого манду херачить. Ой, блядь, ребята. Ебаный тебя по голове. Прыткая сучка. На раидку попался. Да, на меня ни одного кила не трит. Надо, блядь, пиздить ее, как отсут просто. Блядь. Я думал, они по прямой как-то идут. Они, ну, заебись. Тут локотком долбанет, тут шариком, нахуй. Вот тебе жизни нет. Охуенно. Что делать, хилимся? Пидорша. Самое натуральное. Ну как мне было нужно вернуться от этого, блядь? Ты стоишь между двух столбов огней, и она тебя ебашит локтем. А локтем она хуярит. Может, блядь, просто, не знаю, на большом расстоянии. Это практически одна из атак, на которую нельзя увернуться. Ванген, давай. Что там, Рейден? О, заебись, дракоша прилетел. Охуенчик. На лазанье, блядь, ну заебись, лазанье охуенно смотрит. Да ёб твою мать. Вазген. Да ну-ка. Блядь, долбануло. Вот как она стояла ко мне спиной? Дракон нахуй. Иди сюда. Блять, вот как? Пиздец. Она просто перемещается свободно на половину поля. Лазанья. Блять. Чуть-чуть, но пизданет. Смотри какая. Бля. Пошла нахуй. А, тихо, Ланген. Угу. Третий раз заебашил я. Третий раз. Ну, обалы я. Ребят, я не в курсе, как его мочить. Он ебанут. Ебанутые ебанушки. Хилимся, чем есть. И все. Его тоже, блядь, не везде долбанешь. Сука.
и все, и пиздец, ты понимаешь? Нет слов. Одни эмоции, блядь. Я хуею. Два сложных босса запиздячить без сохранения. И 14 зелий, из 5 из которых хилят только на 4. Лучшие. Ты нахуй. Так, тихо. Блять. Почему она? Когда плечом? Когда? Это шарфом своим ебанем. Ты заебала нахуй. Ебанутая, сука. Заебись. Еще одно зелье, блядь, использовал лишнее. Охуенно. Заиска. Вот как? Тут шарики, тут говно летающее, блядь. Охуеть. Лазанья, нахуй. Ну сейчас она у меня съебанет всю жизнь к хуям собачьим. Вторая искра-то лазанья. Дальше, блядь. Я хуй знаю. По идее, может быть, мне бы и помог, как бы, осколок регенерации. Где его искать? Гайды почитал, нихуя. Финец. Сейчас шариков ушел. Спасибо, чувак, он защитил. Блять. Раидка. Ты забежала, блядь. Ты собиралась вроде прыгать, но... Заебись. Че она постоянно сейчас начала плечом своим атаковать? Параша, блядь. Вазген еще попался, заебись. Вторая фаза у нее пошла.
Ну, а драконы, естественно, не вернутся. Только если ты случайно окажешься на другом половине поля. В сторону куда не полетит это лазанья, нахуй. Блять, все равно ёбаная тварь ты, нахуй. Что там, Вазген? Давай. Пиздец. Опять жизни нету нихуя. А, блядь. Ну, до конца добило. Заебись. Ладно, ребят, будем на сегодня заканчивать. Я не знаю, может быть, еще буду проходить и пытаться эту куру вместе с этим Баалом. Не знаю. Тупо. Или, ну, тут нужен осколок регенерации. Где его искать? Я не знаю, как быть, короче. В общем, спасибо за просмотр, спасибо за лайки, за поддержку. Пишите комментарии. Всем буду рад. Всем спасибо и пока. Подписывайтесь на канал.